есть лексическая несочетаемость, о которой мы сегодня поговорим. Уж настолько она коварна, что способна запутать даже грамотных людей. Не играет значения, не играет роли. Правильно, не играет роли. Пожалуй, один из самых сложных видов нарушения лексической сочетаемости – контаминация, то есть смещение похожих выражений и на слух, и на письме. Возможно, когда-нибудь такие миксы уравняют, но пока этого не случилось, придется запомнить правильные варианты. Отдаем первое место в категории «Самая глупая ошибка» хитрой паре глаголов «не играет роли» и «не имеет значения». Они могут употребляться только в таких вариантах и никак иначе. Улучшить уровень, повысить уровень. Правильно, повысить уровень. Тут причина ошибки в смысловой несовместимости. Уровень не может быть плохим или хорошим, а вот высоким или низким – да. Соответственно, правильно говорить «повысить уровень благосостояния», ну или чего-нибудь другого. Предпринять меры, принять меры. Правильно, принять меры. Если вы часто предпринимаете разные меры и ничего особо не получается, не удивляйтесь. Просто предпринимать меры нельзя, зато можно предпринимать шаги или попытки. А если вам все-таки нужно сказать о мерах, правильно говорить и писать «принять меры». Предпринять усилия, прилагать усилия. Правильно, прилагать усилия. Очередная попытка что-то предпринять не увенчалась успехом. Глагол «предпринять» по смыслу близок к «затевать», «решаться», «исполнить». Усилия сложно затеять, зато легко как следует к чему-то приложить. А что делать с глаголом «предпринять» мы определили ранее. Быть в поле внимания, быть в поле зрения. Правильно, быть в поле зрения. Речевая ошибка, которую вряд ли допустят заядлые киноманы. Подсказка. Вспоминайте название фильма, который получил «Оскар» в 2016 году и название криминального американского сериала с Майклом Эмерсоном в главной роли. Его могут вспомнить фанаты «Остаться в живых» по роли Беда. Ладно, не будем мучить. Это в центре внимания и в поле зрения. Теперь применяйте знания к нашим примерам. Быть в поле зрения, быть в центре внимания. Уделяется значение, придается значение. Правильно, придается значение. Мы много уделяем значение правилам, а лучше бы придавали им значение. Так было бы грамотнее. Налицо смещение двух каверзных словосочетаний. Уделять внимание и придавать значение. Считать, что они взаимозаменяемы, точно нельзя.